Появление современных общественных пространств в городах, которые позволят людям приятно проводить время, заниматься творчеством или спортом. Это один из принципов проекта формирования комфортной городской среды. В этом году саровчанам вновь предлагают выбрать территорию, которая будет благоустроена в рамках этого проекта уже в следующем году. Выбрать нужно одну из пяти территорий. Дизайн проекта опубликован на сайте администрации Сарова. Там можно посмотреть, как предлагают изменить лыжную базу, левый берег реки Сатис от моста на улице Строителя Захарова до Маслихинского моста, зону отдыха на набережной пруда Боровой, бульвар в микрорайоне 15. Детский парк на улице Сосина за Дворцом пионеров – это еще одно место, которое можно благоустроить в рамках этой программы. Здесь предлагается отремонтировать детскую площадку, сделать дорожки и устроить спортивную зону. На благоустройство одного объекта выделят до 50 миллионов рублей из федерального, областного и городского бюджетов. Выбрать территорию должны сами жители. Жителям предлагается на выбор два способа голосования. Первый – зарегистрироваться на сайте голосза.ру и оставить там свои данные при заполнении. И второй способ – при помощи волонтеров. В многофункциональном центре и в торговых центрах будут находиться мобильные пункты, где волонтеры помогут жителям принять участие в голосовании. Проголосовать можно только один раз – с 10 по 31 октября. Затем начнутся общественные обсуждения, чтобы разработать проект благоустройства территории победителя с учетом всех пожеланий. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.